Неделя за жизнь. Международная акция «Михайловские дни» продолжается в Екатеринбурге. В минувшие выходные дни в храмах епархии прошли покаянные молебны о грехе детоубийства, а добровольцы собирали подарки и пожертвования горожан, приурочив свою акцию ко Всемирному дню ребенка, который отмечается сегодня. Подробности у Надежды Калининой. В воскресный день торговые центры, как всегда, полны народу. До предновогодней суеты еще далеко, но вот о подарках можно подумать уже сейчас. И не только для себя и своих родных, но и для незнакомых детей. Мы собираем, с одной стороны, подарки пожертвования для детей, которые уже родились на этот свет. То есть это наши подопечные православной службы милосердия. Это дети-сироты, дети-инвалиды, дети из многодетных малоимущих семей. И одновременно мы собираем сегодня помощь для тех малышей, которые еще не родились, но которым вот-вот предстоит прийти в свет. И для того, чтобы их мама была спокойна, это, как правило, женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Чтобы поддержать мам, которые оказались в непростом положении и стоят перед проблемой, как им самим и их малышу жить дальше, екатеринбуржцы приносят детские подгузники, соски и игрушки. Конечно, все эти вещи не решат тех сложностей, которые стоят перед одинокой молодой мамой. Но материально подготовить ее к встрече с малышом и сердечно поддержать очень важно. Внести свою лепту и принять участие в благотворительной акции «Детские улыбки» может абсолютно любой посетитель магазина. Самое главное – это желание делать добрые дела. На всех этажах торгового центра добровольцы и сестры милосердия рассказывают об акции и собирают пожертвования для сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей. В такой работе главное сохранить улыбку и добрый, позитивный настрой. Моя задача — записывать имена жертвователей и детям дарить шарики и приглашать в службу добровольцев. Имена записываем, чтобы помолиться об этих людях. Принять участие в акции «Детские улыбки» можно и на сайте www.ikbmilosердие.ру в разделе «Пожертвования». А Михайловские дни в Екатеринбурге завершатся на этой неделе. 25 ноября состоится арт-акция «Один из нас». Из 600 зажженных лампад екатеринбуржцы выложат на плотинке изображение восьминедельного младенца в утробе матери.